Добрый день! Вы находитесь на канале 10 лучших островов для отдыха. Здесь мы хотим вас познакомить с первой десяткой лучших островов для пляжного отдыха согласно рейтингу. Мы побывали уже в Малайзии на острове Лангкави. И чем он нам понравился, это в первую очередь, конечно, то, что прекрасные пляжи и куча магазинов дьюти-фри совершенно смешными ценами. Мы показали, где эти магазины дьюти-фри, а также чем они отличаются друг от друга. Где взять дешевые туры и где лучше взять машину на прокат. Вы увидите Филиппины и, конечно, остров Баракай, остров Себу, где можно покупаться с акулами величиной с автобус. Также городок Эль-Нидо и что представляет из себя туры по островам. Жемчужину Филиппин, одно из чудес природы, называется она подземная река, находящаяся недалеко от Пуэрто-Принсеса. Шри-Ланку с ее историческим центром, такими городами, как Сигирия, Канди, Новорели, Элла и пляжами Бинтота, Унаватуна, Мериса. И увидите своими глазами, к чем они отличаются от вышеперечисленных стран. Посмотрите, как можно без визы посетить Сингапур и его прекрасный остров Сентоза. И, конечно, Таиланд. И самый лучший после Семиланских островов – остров Пхи-Пхи. А в этом видео вы видите ассортимент и цены на алкоголь. Продается он без каких-либо ограничений с утра и до глубокой ночи. Поэтому любителям тут непочатый край работы. Подписывайтесь на наш канал 10 лучших островов для отдыха. До новых встреч!